У нас стоит африканская жара. Сегодня было градусов 40, а может быть и больше. Я хочу показать растения, которые с этой жарой вполне дружат и уживаются. Ну, прежде всего, это лилия. Вполне неплохо себя чувствуют. Альпийская ромашка или герон вообще чувствует себя просто замечательно. Гайлардия просто создана для жары. Вот рядом я поливала, а гайлардии нет. И она даже ничуть не завяла. Пижма тем более. Но Колиус не очень доволен, что я не полила. Герани прекрасно. Здесь вынуждена поливать. У меня не хочет сходить. Тут африканская. Я поверила, что африканская, значит, поливать не надо, но оно так не считает. И петунья так не считает. Она вообще не хочет расти. Она завяла и еле-еле отошла. Я не знаю, что с ней делать. То ли ее обрезать, чтобы вырастали новые вот эти вот росточки. Ну, не знаю. Чувствует себя очень плохо. Вот черноголовка выглядит прекрасно. На фоне седума мне очень нравится эта картина. Здесь, как всегда, разные седумы, молочаи, и они чувствуют себя прекрасно. Колиус себя неплохо чувствует, герань. Вот это я калибрахуа посадила, это новое у меня, но более-менее. Учесть, что оно растет всего лишь дня 3. А вот петунья, которая растет всего лишь дня 3, категорически недовольна. Она завяла очень сильно. Больше всего я поливаю ее, но как-то мне не кажется, что она рада и счастлива. Скорее наоборот. Ой, седумы прекрасные. Герань замечательная. Гелиниум тоже отлично. Розочки все обрезала, даже Бэби Карнавал. Потому что на них в эту жару смотреть очень грустно. Им она не нравится от слова совсем. Вот такая крупноцветковая черноголовка. Сиренево-розовая. Хаутюни. Вполне симпатичненько. Вот это все такое вот африканское солнце выдерживает неплохо. А здесь астильба как-то даже зацветать не хочет. Наверное, придется все-таки полить. Да, Волга хоть и влаголюбивая, но все-таки более-менее. Вот черноголовка. Колокольчики уже зацвели. Без Бэби Карнавала так пусто. Ну, хоть геранька компенсирует эту пустоту. Так, эти маленькие у меня пока под укрытием прячутся. Мигила своими листьями украшает и в жару, и весной. А бузина вообще прекрасная, просто чудесная. Помидорки растут. Перья, наверное, вот-вот зацветет. Даже помидоры какие-то вот угнетенные. Придется мне
поливать. Хорошо, что уже хотя бы цветут хоть как-то. Ромашка вполне. Вот эта голубая ромашка, она на жару реагирует неплохо. Беленькая пока не цветет. Вот семена завязывает кейл. Мне он так понравился. Хочу, чтобы именно этот был у меня. Он себя хорошо проявил. Что это за бурьян, я сама не знаю. Но он, похоже, собирается как-то цвести. Очень интересно, как. Вот здесь у меня замечательная лилейка. Просто красавица. Целая куча ежевики собирается поспеть. Помидоры повымахивали. Так что очень много растений, которым африканская жара ни почем. Они нормально себя чувствуют. Всем желаю прекрасных садов, хороших урожаев, а главное – здоровья.